27 июня на летней веранде ресторана «Гусятников» состоялось вручение премии «Любовь народная», лауреатами которой стали звезды шоу-бизнеса, спорта, кино, театра и политики. Мероприятие было приурочено к празднованию 90-летия журнала «Крестьянка». Ника, скажите, пожалуйста, что для вас уют в доме? Уют – это когда друзья, это когда хорошая беседа, это когда есть о чем поговорить, это когда можно помолчать и при этом чувствовать себя комфортно, уютно. Вот это и есть уют. В это понятие вмещается очень многое, если не все, человеческие жизни. Потому что если его нет, то нет и самой жизни, она становится невыносимой. Мебель, аксессуары и, конечно, люди, которые проживают в моем доме. Самое главное – моя семья. Это символ. Для меня символ уюта любимая, потому что, когда ее нету, какой бы обстановка меня, какая бы обстановка не окружала, это не уютно. Чего вы ждете от сегодняшней премии, от сегодняшнего вечера? Ну, я жду просто приятного, хорошего вечера, встречи со своими коллегами, артистами, с которыми, может быть, я даже давно и не виделась, с удовольствием увижусь. Ну, и надеюсь, что тоже буду достойна этой премии. Ну, мы с Мариной ведем эту премию достаточно почетную, потому что здесь огромное количество суперзвезд, великих людей уходящего поколения. И хочется нам, приходящему поколению, к ним просто прикоснуться, чему-то научиться как-то вот энергетически. Мне все нравится. Вообще творческая профессия, она в себе подразумевает очень много разных частиц. Я как матрешка. То есть я не просто актриса. Вот на сегодняшний день актеры могут заниматься еще чем-то. Ну, как и певцы снимаются в кино. Сейчас все ведут мероприятия, и это здорово, потому что зачем себе устанавливать какой-то узкий коридор? Нужно пробовать все. Кто знает, может быть, завтра я стану художницей. Я считаю, что должна быть гармония между людьми, в первую очередь, которые живут в доме. И тогда общими усилиями, ну, как бы даже, может быть, ничего и не прилагая никаких усилий, сам по себе рождается уют. Я всегда знаю, что, приходя в какой-то дом, я понимаю, что здесь мое сердце, даже если оно не мне принадлежит. Нельзя рубить с плеча, орать друг на друга и выяснять отношения на повышенных тонах. Нужно все делать с любовью. Любовь соединила и с любовью по жизни. Ваши впечатления от сегодняшнего вечера? Замечательный вечер. Много звезд. Очень приятно быть в такой компании. Даже наградили. Даже не ожидали. Они обещали, что будет очень приятный сюрприз. Но даже вот на такой сюрприз мы как бы даже неожиданно было сказано.